Добрый день или вечер, сегодня сейчас вечер, но некоторые говорят доброго времени суток, дорогие мои. Ну, давайте так, доброго времени суток, потому что страна наша большая, да и шарик наш довольно-таки... Нет, шарик маленький. Страна большая, а шарик маленький. И везде, так сказать, свои пояса временные, поэтому доброго времени суток. С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, вы замечали, что нас на улицах наших городов, поселков и городищ встречают разного рода плакаты рекламные. Рекламные баннеры такие огромные, бывают там 3 на 6 метров или 3 на 5 метров. И в Смоленске однажды тоже появился очень веселенький, это много уже лет назад, плакатик. Это, значит, ну, огромный вот такой вот, площадью 15 квадратных метров, наверное, где рекламировался пылесос. Причем рекламировался очень, на мой взгляд, весело, здорово и с большим чувством юмора. Но кому-то, значит, не понравилось это, сообщили в мэрию и тут же, так сказать, обязали хозяина этого плаката, этой рекламы снять. Она гласила, всего лишь был пылесос нарисован, всасывающий там какие-то мусор какой-то, и было написано «Отсосу за копейки». Кому-то это не понравилось. Ну вот, а сейчас я со своей супругой шел, вел ее, извините, она меня плохо видит, из парикмахерской, где поправляли ее прическу. Почему? Потому что мы должны на днях посетить кучу врачей, потому что уже который год приходится подтверждать, что у нее не образовались новые хорошо видящие глаза. А, кстати, извиняюсь тоже, что жалуюсь, что зрение у нее все хуже, хуже и хуже. И нам идти надо на этих проходить врачей всевозможных для того, чтобы представили документы опять на комиссию для решения вопроса о продлении инвалидности. Продление инвалидности. А ведь когда-то, сколько-то лет назад, я помню, давно уже, лет 10 назад, Путин стукнул, узнав об этом, значит, что люди без ноги вынуждены 5 лет ходить, подтверждать, что нога не выросла, и сказал, больше этого не будет. Вчера я встретил человека, у которого нет руки, он в шахте ее потерял, молодой человек, лет 35, и говорю, слушай, а сколько вот тебе приходится ходить, подтверждать? Да, говорит, сейчас, я не знаю, сколько, говорит, раньше, но мне пришлось подтверждать, говорит, 3 года, что новая рука у меня не выросла. После этого дали постоянную группу. А вот моей жене, значит, мы уже лет 5, наверное, все, мне кажется, что ходим, надо посмотреть действительно. И все время приходится подтверждать, что новые глаза не образовались, и третий глаз не открылся. Вот, и... Ну, в общем, вы поняли, о чем речь. Но мы идем, и я смотрю. Боже мой, и не могу понять, что написано на этом рекламном щите. Это на улице Нормандия-Неман в Смоленске, возле ресторана «Шафран» мы проходили. Вот. И мы не можем понять, что же это такое. А вы можете понять? То есть, если постоять минут 10, значит, можно расшифровать. И я вообще еле понял, что его перевернули совсем, значит, с ног на голову или поставили, или с головы на ноги. Нет, с ног на голову поставили, да. То есть верхняя часть оказалась снизу, а нижняя вверху. Я не понял. Или, значит, так было задумано, чтобы такие люди, интересующиеся, как я, а что это, все-таки стали и вчитывались, и поняв, что это такое, побежали бы, так сказать, по этой рекламе туда, куда она нас посылает. А я не стал дочитывать, по-моему, там нашествие динозавров. О нашествии динозавров идет речь. Это такие большие движущиеся игрушки. Не знаю, сколько вход стоит. Но суть не в этом, а суть вот в этой вот рекламе. Или же... Второй вариант, что тот, кто вешал эту рекламу, я думаю, проплаченную хорошо, по-моему, когда-то давно еще, 1005 в месяц стоит эта рекламная площадь. Сейчас, может быть, больше. Вот.
То есть, если я ее на месяц вывесил, значит, 5 тысяч вы не доположишь. А может, просто одноразово. Нет, там по дням, наверное, считается все-таки. По дням, может, в день сколько-то. Ну, не буду говорить. А суть в том, что я на ваш суд представляю эту рекламу. Так что, читайте, дорогие, то, что там написано. И идите на это нашествие динозавров. А пока что нашествие идиотов явно просматривается. А сейчас, друзья, посмотрим все эти, что я вам покажу, рекламные щиты и потуги расшевелить наши кошельки. И улыбнемся с вами доброй, всепонимающей улыбкой. Славного города Героя Смоленска. И, друзья мои, не забывайте о приюте Катавасия. Вот здесь картинка, значит, с нашими атрибутами. А под каждым роликом внизу и под этим тоже полный расклад такой же, значит, куда и как вы можете перечислить свою помощь. Как вы можете зафиксировать в этом мире свою доброту. Или не зафиксировать, это какое-то слово противное. А как вы можете этому миру явить свою душевную доброту и милосердие. Под каждым этим роликом вам подсказывается. Всего нам всем доброго. Здоровья, счастья и мира. Прежде всего, на Украине. Пока.